Я Долгополова Наталья Владимировна, сотрудник комендатуры нашей поселка Коммунар. Хочу выразить вам большую благодарность от жителей, от школы, от работников, от детей, от всех наших жителей и лично от себя за то, что вы не оставляете нас в беде, за то, что нам помощь такую оказываете. Очень сильно необходимо, мы пропадем без помощи здесь. Продукты питания, гуманитарная помощь, которая приходит, мы все это передаем на базу садика, потому что там есть столовая, которая готовит, и нам передают сюда на школу. По школе у нас вот то, что передают, мы же все это оформляем, пишем, активируем там, передаем, чтобы не было, никуда не ушло, как бы это такое святое. Потому что есть люди, которые отзываются на чужую боль. Да, ну так получилось, что вот у нас такая обстановка. Но нас не бросают в беде. И за это большое спасибо. После того, как здесь целый месяц находились украинская армия, они здесь были, потом они уехали. Школу привели в порядок, и мы 1 октября школу открыли уже. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Всероссийское родительское сопротивление, работники его, сотрудники привезли нам в школу для детей сладости, продукты для того, чтобы мы кушали. И это собирали простые люди, дети для нас. Мальчик, который написал вам письмо. Я его сейчас вам прочитаю. Дорогие друзья, мы живем в городе Саратове. Мы ходим в воскресную школу при Казанском храме. У нас красивый город на Волге, она широкая. Летом мы купались. Приезжайте к нам в гости, мы будем очень рады. Мы желаем вам добра, счастья, здоровья, а самого главного мира и любви. Ткаченко Максим. И тут еще много подписей детки написали. Я оставлю вам в классе, хорошо, это письмо, пускай оно у вас будет. Спасибо! Спасибо. И привет! 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 Я хочу выразить огромную благодарность Союзу спасателей России за новогодние подарки. Они нам очень сейчас, ну, настолько вот детей поддержать очень хочется. А мы, к сожалению, такой возможности не имеем. Спасибо вам большое за это. Благодарность хотим выразить еще «Суть времени» организации общественной. Вот ребятам, которые привезли нам это все. Потому что приехать за этим мы сами, к сожалению, не можем. У нас нет ничего. Меня зовут Галина Ивановна, я директор школы. И хочу выразить слова признательности всем, кто участвовал в организации помощи нашей школе. Ну, прежде всего, глядя вот на ту помощь, которую мы уже посмотрели, обратили внимание, что прежде всего этим занимались дети. Это, наверное, трудно говорить об этом, что вот дети России, они понимают сейчас проблемы школьников, которые проживают вот на вновь созданных, во вновь созданных республиках, как здесь тяжело. И поэтому большое спасибо школьникам ростовских школ номер 80, номер 53 за то, что они нашли время, они проявили сочувствие, милосердие и решили помочь нашим детям. Очевидно, что направляли работу всех школьников, наверное, представители родительского всероссийского сопротивления. Поэтому большое спасибо людям, уже взрослым, за то, что они тоже понимают ситуацию, которая сложилась сейчас у нас. Провести акцию, достаточно большую акцию, которая называется «Дети России, детям Донбасса», всем Донбасса, это, во-первых, нелегкий труд. И я прекрасно это все понимаю, тем более наша благодарность, ну, просто не имеет в этом плане границ. Даже странно сказать, Россия так далеко, и вдруг сегодня мы получаем из России помощь нашей школе. Большое вам спасибо всем. Спасибо большое всем, кто помогает. Спасибо огромное. Давай, давай мы привет передадим. Ребята, вам всем привет. Вам здоровья. Мы честно, вот у нас «Отче наш». Я каждый раз ее ложу кормить, и мы читаем, чтобы вы все вернулись здоровыми. Честно, в тот раз приехали, ребята, а у меня мама целую неделю плакала, говорит, они меня с миром поздравили. Действительно, говорит, победили наши. Находи.
победила, говорит. Меня, говорит, с победой поздравили. Говорит, действительно, наши победили. Не действительно. Говорит, мам, ну, подожди еще немножко. Вот, мы желаем вам действительно мира, здоровья, чтобы вы все вернулись к своим мамам. Спасибо вам огромное.